ведущего, который представлял его. Вот, то, что он напористый, несмотря на свои 45 лет, он выносливый, проходит всю дистанцию боя, 12 раундов, постоянно прессингует, набрасывает много ударов. Бой будет непростой, как сказали, так что я готов. Но у вас немного общего, по крайней мере, чисто такого внешнего обаяния, как мне кажется, не отмечали вот для себя? Ну, просто практически большинство супертяжей, они все такие добродушные, такие милые, но злые внутри. Вот, но что есть, то есть. Планируете ли вы использовать разницу в габаритах? Отсюда значительно меньше. Ну, конечно, конечно. Для победы все варианты хороши, поэтому мы все предусматриваем, но в большей степени я рассчитываю на свою скорость, на молодость. Ну и, конечно же, недооценивать соперника – это плохая черта в боксе. Так что я готов и оцениваю шансы свои на победу большие. Как провели подготовку? Отлично прошла подготовка. Целых 3 месяца проходила сначала в Высокогорье, потом в Штатах ездили на спарринги, и вот уже заключительный этап, там неделю-две уже здесь доводку делали. В принципе, все отлично, все хорошо. Настроение боевое. Да. А вы перестраивались? Вы же готовились изначально к выпуску Браво. Ну, вообще, когда готовишься, ты готовишься, готовишься реально к бою, там, я имею в виду, рассматриваешь любые варианты, любые исходы, и не только к локусу Брауну, да, там, также, вот, как мы можем заметить, что к этому бою, да, там, получилось так, чтобы Лукас Браун слетел, и теперь на замену вышел Амир Мансур, но что есть, то есть, и мы готовы. А вам с кем больше хотелось бы сразиться, с Мансуром или с Брауном? Ну, конечно, хотелось бы и с Брауном, но так как, если он сам этого не захотел, пришлось с Мансуром. Мансур не отказался, принял нас наш вызов, и мы решились на этот бой. А вот эта комбинация левый-левый-правый, это наработка под Мансура, и на ей вы, наверное, хотите закончить поединок? Ну, увидим все 27 ноября в ринге. Возможно, это будет одна из комбинаций. Которая приведет к победе. Да, будем так. Сергей, удачи вам. Спасибо. Сергей, еще вопрос. Скажите, кто, по вашему мнению, сильнейший в вашем весе все-таки? Ну, можно рассчитывать, говорить, я имею в виду, о тех людях, которые сейчас действующие чемпионы мира. Это Уайлдер, Джошуа, Паркер. Да. Ну, я думаю, что... Ну, явного не вижу пока лидера. Вот. Супер тяжелым весе, как мы знаем, что... И как тренер мой говорил, что может все решить один удар, исход. И тут говорить о том, что вот какой-то такого, как Майк Тайсона, пока еще я не видел. А с кем бы чемпионом вам больше всего хотелось играть? А как только предоставится возможность мне выйти против любого чемпиона, мне будет без разницы. Для меня главная цель – стать обязательным претендентом и стать чемпионом мира.